Граждане России, если вы не прекратите эту войну, вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений. Преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет. Вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с ранеными. Водитель и пациент сгорели. Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины. Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны. Они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы. Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых нефтебаза в Василькове, газопровод в Харькове, захоронение ядерных отходов в Киеве. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население. Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян. Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня, до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове, с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты мы все. Националисты – это украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода, Тернополя. Националисты – это те, кто любит свою родину. И мы на своей земле, в своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, что пришел грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим. У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда. Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придет время, мы скажем это вам в Гааге в глаза.